Обзор на механическую клавиатуру Redragon Dark Avenger. Специально для 7745 by. Клавиатура выполнена из высококачественного матового ABS пластика. Провод имеет длину 180 см. На конце провода предусмотрен позолоченный USB разъем, ферритовый фильтр, а в дополнение кабель оснащен специальной липучкой, благодаря которой лишнюю часть провода можно аккуратно зафиксировать. Клавиатура имеет компактные размеры, благодаря отсутствию нампада. Ее габаритные размеры составляют 36 на 16 сантиметров. Клавиатура выполнена в форм-факторе скелетон. Сверху справа предусмотрены два индикатора Caps Lock и Scroll Lock. По центру расположен фирменный логотип компании. Нижняя часть корпуса изготовлена из черного пластика. В центре находится наклейка с краткими данными о модели. По обоим бокам от наклейки можно увидеть два узора, которые по виду напоминают кельтский орнамент. На мой взгляд, их наличие здесь бессмысленно, так как я не обнаружил в дизайне клавиатуры какой-либо связи с ними. Клавиатура имеет прорезиненные ножки, благодаря которым клавиатура уверенно стоит на столе. Также снизу есть 5 отверстий для слива жидкости, что говорит о влагозащищенной конструкции клавиатуры. Кейкапы выполнены по технологии двойного литья, что означает, что спустя время все обозначения будут видны. Кейкапы имеют размер 18 на 18 мм и имеют углубление в основании под палец. Символы смещены кверху. При этом шрифт латиницы визуально жирнее. Клавиатура оснащена механическими переключателями Outemu Blue. Сила нажатия для активации 60 грамм. Способ активации нелинейный, ощутимый и слышимый порог активации. Порог активации 2 мм. Ресурс нажатий составляет 50 миллионов, что говорит о долгом сроке службы клавиатуры. Все длинные клавиши Enter Shift оснащены дополнительными стабилизаторами по бокам от свеча. Клавиатура имеет дополнительные режимы. Переключение между ними осуществляется с помощью комбинации клавиш Fn плюс F1, F2, F3 и так далее. Сочетание клавиш Fn плюс Windows блокирует кнопку Windows. Клавиатура оснащена яркой RGB подсветкой. В клавиатуре реализовано 4 уровня настройки скорости, то же самое касается и яркости. В клавиатуре предусмотрено 9 основных режимов подсветки. В целом к подсветке претензий нет. Она реализована на высшем уровне. Подсветка яркая и равномерная. Изменение скорости и яркости визуально ощутимо.
Мое знакомство с данной клавиатурой продолжалось около 5 недель. Сборка клавиатуры выполнена на совесть. Корпус и колпачки отлиты без каких-либо наплывов, сколов, царапин и других дефектов. Клавиатура при нажатии не прогибается и не скользит по поверхности стола даже при самых активных действиях. Также данная клавиатура имеет хат-свап, что позволяет менять свечи без пайки. Данную клавиатуру я могу смело рекомендовать к покупке.